За моей спиной находится зал, где проходят основные события этого форума, этого четырехдневного форума. Здесь проходят большие пленарные сессии, на которых люди со всех уголков нашей планеты рассказывают и продвигают свои проекты. Мы все говорим про достижение цели устойчивого развития, но каким образом научить людей и рассказать им про то, почему это важно? Мы поняли, что начинать нужно с образования самой молодой части нашего общества – школьников. Мы не просто развиваем социальное предпринимательство, мы воспитываем молодых социальных предпринимателей, школьников. Мы учим их целям устойчивого развития и вовлекаем их в конкурс проектов, чтобы они могли уже с молодых лет готовить собственные инициативы, понимать важность цели устойчивого развития и учиться их достигать. Идеально. Просто идеально. 30 тысяч съедобных растений. 30 тысяч – это огромнейшее количество. А вот этот вот стенд показывает, что люди из всех 30 тысяч используют только 150 для еды. То есть мы едим только 150 из 30 тысяч. Это, блин, это даже не процент. Это очень мало. То есть представляете, сколько еще зеленой кухни может быть в нас? Так. А на самом деле здесь есть места для людей, которые передвигаются в инвалидных колясках. И этот зал настолько уникален. Так. Вот как-то так, видите? Все очень-очень даже френдли. Я, собственно, как и все, как я мечтаю чувствовать себя, я не знаю, на вечеринке в баре, подъезжая к барной стойке, и такой, так, такой, где мне удобно, комфортно, и где я имею равные права и равное право голоса. Yeah, hello, I want to talk to you, young entrepreneur. What tomorrow will be is already in what you do today. Begin preparing your future for tomorrow. The future belongs to you, the young entrepreneur. Nothing should limit your capacity to move. Nothing should limit your capacity to create. Nothing should limit your capacity to believe in yourself. Come together, bring a new initiative, create, co-create. Tomorrow belongs to you, but you must do it today.